Людмила Абакумова, ученый-химик, имеет звание кандидата наук. Фотографировать начала буквально несколько лет назад. Натура ученого и в творчестве не дает покоя. Любой проект она превращает в своеобразный эксперимент. К примеру, когда снимала портреты нижегородских актеров и студентов театрального училища, Людмила Георгиевна пыталась уловить язык жестов. Еще более экспериментальной получилась фотосессия в зеркальной комнате. В объектив фотоаппарата попали деятели искусства. Среди них дирижер симфонического оркестра филармонии Александр Скульский и заслуженный художник России Вячеслав Грачев. Я не люблю сниматься, честно говоря, не очень получаюсь, но сама вот эта затея по поводу зеркал, интерьера и в них какие-то люди, которых узнают, в общем-то, вот и Жора Молокин, там, и Скульский. Вот мы, художники, как-то в тени находимся. Мне было довольно-таки сложно, потому что это мне не было комфортно. Но она большой мастер, она нашла какие-то вещи, вот какие-то моменты. Мне они, в общем, понравились. Мне как человеку и как художнику это понравилось. В экспозиции не только портреты людей, но и пейзажи Нижнего Новгорода. Не зря проект получил название «Городские эмоции. Наши современники». Оказалось интересным соединить ее с городским пейзажем. Ну, как бы отражение людей в городе. Город отражается в людях. Это снято в районе моей любимой улицы Горького, Пискунова, той самой центр города. Уходишь вдаль, в общем, вся кинематографичность пропадает. Особо интересна Людмиле Абакумовой так называемая графика города. По мнению фотографа, лучше всего она отражена на этом снимке. На нем запечатлено всем знакомое место. Площадь Сенная, но с необычного ракурса. Графика на земле, графика проводов, графичный человек, который идет. То есть графика города – это то, что объединяет мои лучшие городские фотографии, которые мне лучше нравятся. Графичность фотографий не могли не оформить как-то по-особенному. Четкие ломаные линии отражены и в оформлении выставки. Снимки представлены в форме некой инсталляции. Как отметили в выставочном комплексе, жанр фотографии представляют здесь не так часто. Выставка Людмилы Абакумовой продлится до 11 ноября. А совсем скоро будет открыта выставка работ художника-фотографа Георгия Ахадова, который недавно ушел из жизни. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижний.